Всем привет! Вы на канале Кролик Баффи. И сегодня будет финал карты «Как приручить дракона». Если вам понравится ролик, то не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Приятного просмотра! Ребята, сегодня я закончу прохождение этой карты. Мне самой не верится, что это последняя часть. Мы так многому здесь научились, прокачали свои навыки, смогли приручить драконов, выполняли различные квесты. Мне будет не хватать этого острова, персонажей и их питомцев. Сегодня нас ждет выполнение двух последних квестов, а также проверка наших пасхалок на этой карте. Будет здорово! На этой карте мы выполняли много разных заданий. Нам осталось пройти два квеста от Астрид и Сморкалы. Начнем проходить первое задание от Астрид. Для выполнения этого задания нам потребуется наш питомец Белая Фурия. В этом здании дракоши нету, поэтому идем ее искать. Думаю, что найдем ее у Рыбьенога. Ага, она здесь. Привет, чего ты тут сидишь? Я тебя уже обыскалась. Обязательно надеваем броню, седлаем дракошу и летим к Астрид. Привет, это ты, наездник драконов? У меня для тебя кое-что есть. Тебе нужно полетать по острову, найти овец и вернуть их сюда. Надо найти 4 овец, вернуть нужно в загоны. Каждый из них имеет свой цвет, который соответствует цвету овечки. Всего 4 цвета: желтый, зеленый, синий и красный. Садимся на фурию и летим их искать. Ой, ребята, кажется, я уже нашла первую из них. Берем ее. Ой, мы ее не взяли. Аккуратно берем ее и опускаем в загон. Только какой из загонов ее? Я все еще не могу понять, какого она цвета. Кажется, она просто белая. Ладно, попробуем опустить в один из загонов. А вдруг угадаем? О, отлично, мы угадали. Она была желтого цвета. Теперь идем искать остальных. Вот и следующая овечка. Подлетаем к загону и опускаем в него. Отлично, осталось найти еще двух. Ага, вот и они. Тут так их много. Берем нашу овечку и аккуратно закидываем в загон. Теперь берем последнюю и опускаем. Отлично, мы все сделали. Идем сдавать квест. Спасибо тебе за помощь. Это много для меня значит. В благодарность держи монетку. Спасибо большое. Ох, ребята, еще один квест прошли. Ура! Несем эту монетку в главный зал, вставляем ее и... Супер, задание засчитано. Осталось только выполнить квест от Сморкалы. Летим к нему узнавать задание. Привет, Сморкала! Привет! Тебе нужно сбить флаги, которые находятся на этом острове. Хм, как раз эти флаги мы сбивали еще в самом начале. Он дал нам подсказку, что они находятся на вершинах различных гор. Я точно помню, что на одной из вершин я видела флаг. Направляемся к этой вершине. Ой, что-то здесь нету флага. Что-то я, наверное, напутала. Ну ничего страшного. Открываем карту и смотрим, где еще находятся возвышенности. Если полетим прямо, то как раз окажемся возле вулкана. Действительно, флаг находится здесь, на самой вершине вулкана. Чтобы сбить флаг, надо попасть по всем мишеням. Нажимаем на кнопочку и смотрим, где есть цели. Стараемся попадать по мишеням. Супер, я попала по всем мишеням. Такие задания мне нравятся. Открываем карту и думаем, где может находиться следующий флаг. Попробуем полетать по островам, так как я не знаю, где они могут быть. Прилетели с вами на следующий остров, и здесь есть флаг. Подлетаем к нему и нажимаем на кнопочку. Целимся в мишень, чтобы сбить флаг. Отлично, еще одну сбили. Мы попали по всем целям, и еще один флаг наш. Теперь летим на следующий остров. Интересно, там будет флаг? Отлично, я была права, флаг здесь. Нажимаем кнопочку и начинаем целиться в мишени. Уже минус 2 цели, ура! И минус последняя цель. Теперь летим к следующему флагу. О, какая здесь большая возвышенность. Найти флаг будет нелегко. О, вот голова дракона. Значит, флаг где-то поблизости. Что-то его нигде не видно. Я уже всю возвышенность облетела. Ой, а вот и он. Нажимаем на кнопочку и целимся. Минус 1, 2, 3, 4 цели. Осталось попасть по последней. Ой, ребята, я впервые не смогла уложиться вовремя. Ладно, попробуем пройти еще раз. Приготовились и начинаем. Стараемся целиться точно в мишень. Отлично, осталась последняя цель и... Победа! Это было очень напряженно. Здесь довольно тяжело попадать по мишеням.
Нам осталось найти последний флаг. Ох, как здесь красиво. Мне кажется, что в этом лесу и будет последний флаг. Ой, а что это за персонаж? Я его раньше не видела здесь. Этого персонажа зовут Дагур. Эй, не подкрадывайся ко мне так. Ты что, хочешь знать, что я здесь делаю? Я устал от викинга. Он все время думает, что он самый крутой. Сейчас помогаю Эриду. Нахожусь здесь и сражаюсь с разбойниками. Ой, ты немного опоздал. Я уже разобралась с разбойниками. Так что можешь смело возвращаться обратно. Пока. Ну а мы с Фурией продолжаем поиски. Смотрите, на самой вершине леса находится голова дракона. Значит, совсем рядом расположен и последний флаг. Ага, вот и он. Нажимаем на кнопочку и ищем мишени. Целимся и стреляем по ним. Ух ты! Да, мы все прошли. Теперь мы выполнили абсолютно все квесты, которые были на этой карте. Прежде чем мы отдадим квест, я хочу проверить несколько ваших пасхалок. Самое первое звучит так. Если очень долго лететь вперед, то это приведет в невидимые земли. Ну что, проверим? Ой, сколько летим, а вокруг нас только море. К сожалению, мне кажется, это совсем не пасхалка. Поэтому возвращаемся обратно на остров и проверим следующую пасхалку. Берем дракошу и летим к ней. В комментариях вы писали, что если спрыгнуть с дракона на полной скоростью, то можно пролететь на элитрах. Разгоняемся и проверяем. Проверяем через 3, 2, 1. Мы действительно летим! Ю-ху! Ого! На какое длинное расстояние я пролетела! Получается, так быстро оказались на этом биоме. Это очень круто! Мне такая пасхалка нравится. Сейчас возвращаемся обратно на остров. Персонаж, наверное, думает, почему мы так часто с дракона валимся. Это будет наш секрет. Еще одна пасхалка будет связана с бирками. Беру бирку. Думаю, многие из вас знают, что в самом Майнкрафте есть необычная пасхалка. Если бирку переименовывают в имя Джек, то, например, овечка либо переворачивается, либо начинает переливаться цветами. Ну что ж, проверим на дракоше. Нет, ничего не произошло. Теперь у него имя Джек. Это была последняя проверка пасхалки. Теперь я иду к Смаркале, чтобы отдать ему квест. Привет, вот держи, я выполнила твой квест. Спасибо, я удивлен, что ты его выполнила. В благодарность за выполнение задания даю тебе монету. Ура, ребята, у нас есть монета. Пойдемте вставим ее в зале. Мне не верится, что это был последний квест. Столько эмоций было от всех этих квестов. Вставляем монетку на счет 3. Раз, два, три. Ура! Карта полностью пройдена! Приключения на этой карте подошли к концу. Ты стала очень хорошим мастером. Поладила с драконами, научилась хорошо стрелять. Вот тебе небольшая награда. Сейчас ты сможешь покататься на беззубике. Ух ты! Я ведь так хотела на нем покататься! Вау! Это самый быстрый дракон из всех! Проверим, как он стреляет. Стреляет он точно так же, как и белая фурия. Вот и все. Карта «Как приручить дракона» полностью пройдена. Сколько всего мы здесь сделали, спасали остров от пиратов, проходили квесты, любовались красивыми пейзажами, учились приручать драконов, повышали свое мастерство, знакомились с персонажами. Спасибо карте за маленькое приключение. Я буду скучать. Ребята, если вам понравилось видео, то не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Ну а на сегодня у меня все. Всем пока и до скорых встреч! А вы уже смотрели это видео? Мне кажется, нет. Скорее нажимай! А, уже смотрели? Тогда жми сюда и выбирай другое.